Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил продлить срок действия нынешних порогов достаточности в ЕНПФ. То есть по прежним размерам снять свои пенсионные накопления казахстанцы смогут до 1 апреля 2022 года. Соответствующее поручение президент дал правительству. На такое решение повлияли многочисленные обращения граждан после сообщения об увеличении пороговых значений. Вырастут они с нового года вслед за минимальной заработной платой. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход казахстанцам после выхода на заслуженный отдых. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.